Сапраўдны тест-драйв для молодых специалистов. Упершыню Институт повышения квалификации и перападрыхтовки следчага комитета Республики Беларусь провел навучанне для следчых, якія недавно скончили ВНУ и пришли на свои первые працоўныя месцы. Вучоба проходила во управлении следчага комитета по Гомельской области. Чаму вучили, даведаліся наши корреспонденты. Алексей 2 месяцы працуе следчым. Кажа, аж вочы гараць аб гэтай прафесіі малады спецыяліст марыў з дзяцінства. І хаця дыплом юрыста ўжо атрыманы, працэс адукацыі спыняць нельга. Тут заўсёды ёсць чаму павучыцца, прызнаецца Алексей. Учоба в основном сконцентрирована на составлении и производстве осмотров места происшествия, потому что это является одним из основных факторов и, так сказать, первым кирпичиком в построении уголовного дела. Преподаватели очень квалифицированные, постоянно объясняют нам наши недочеты, указывают на них. И, знаете, даже вот в практической деятельности, с которой я столкнулся, когда пришел на работу, не всегда можно увидеть то, что, на что указывают эти вот преподаватели из центрального аппарата. Вучоба проходить на протягу усяго тыдня. Засвоение теории проверяется на практике. С каждым из 25 удельников научального курса специалисты працуют индивидуально. Гомель – первый областный центр, где проходить такое научание следчих. Яно организовано по просьбе областного управления следчего комитета. Профессорско-преподавательский состав института разработал обучающий курс по теме организационно-тактические особенности отдельных видов осмотра. Осмотр – это основополагающее действие, которое проводится по любому уголовному делу. Оно закладывает перспективу всего расследования. То есть сложностей много, нюансов много, и вот поэтому эта тема очень актуальна для молодых следователей. Особенно для молодых следователей. С этого нужно начинать. И в течение всей этой недели молодые следователи принимали активное участие в этом обучающем курсе, практических занятиях, круглых столах. И в итоге это им позволило повысить свои профессиональные навыки и сформировать соответствующие компетенции по осмотру. И все это робится для того, как следшие могли худшее раскрывать злочинства, а люди отчували себе больше обороненными. Марина Северьянова, Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».